нанесенный в графу с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал. Среди обуви взрослой и детской его номер по книге 3209. Обувь детская, ношена, правый ботинок заплатой. Кто чинил его? Где? В Мелитополе, в Кракове, в Вене. Кто носил? Владик или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый? Подпорядковый номер 3209. Неужели другой не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги в это страшное место, где вешали, жгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитых считали? Здесь на всех языках о спасении пытались молиться чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Сотен тысяч людей разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел, палачей и убийц на колени. Суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен улик это детский ботинок с заплатой, снятый Гитлером жертвы 3209.